анонс с 22 по 24 серии второго сезона сериала «Горячая точка». В 22 серии Малюков узнает, что на Ведерникова готовится покушение, и сообщает ему об этом. Жеке и Руслану удается освободиться. Они нападают на Шума и Горюнова. Рая рассказывает Кате о визите к Ребровой. Катя понимает, что Жека скоро узнает о ее обмане и просит Челентана убить Раю. Жека и Руслан заставляют Горюнова рассказать, где находится семья Руслана. Они едут в заброшенный лесхоз, но Ольги с ребенком там нет. Горюнов подрывается на растяжке. В 23 серии Руслан находит Ольгу дома. Ей с ребенком удалось сбежать из плена. Катя на машине Челентана сбивает Раю. Рая в критическом состоянии. Жека пробирается к ней в больницу и получает удар рукояткой пистолета. Придя в себя, он видит трупы Горюнова и Малюкова. Сыч и Попрыгун приезжают в Чернодолье. На Жеку пытаются повесить убийство, но Реброва не верит в его виновность. Рая умирает в больнице. Жека приходит к Кате и рассказывает ей о смерти матери и встрече с Ребровой. Он просит передать Челентана, что ищет его. В 24 серии Челентана рассказывает Жеке, что его маму сбила Катя. Реброва узнает, что Ведерников соврал о дате приезда Кожеурова. Ведерников представляет Изотову своего зама Кожеурова. Море убивает Попрыгуна. Жека и Руслан забирают Ведерникова, который пытается уехать, и отвозит его в бомбоубежище. Жека привозит к нему Реброву. На похоронах Рая киллер стреляет в Реброву. Жека его преследует. Посмотреть заключительные серии вы сможете 8 декабря.